Hop. Back by
пожалуйста. Ушел. Я того, я другого. Ушел, просит из угла повторить комбинацию. Опа! Ой-ой-ой-ой-ой! Ничего себе! Глухой нокаут! Просто! Вот это да! Какой апперкот вылетел! Ой-ой-ой! Вот это да! Вот это завтра будет во всей... Вот это, конечно, будет просто везде! Он как подрубленный упал. Номером. И вот так. Бам-бам. Апперкот. Раз попал. И левый сбоку. Уже до кучи, что называется, апперкот. Апперкот. Уж посмотрите. Отлично. И уехал. Бум. Глухой нокаут. Раз, все. Да. Второй же по телу до кучи. Это впечатляет. Это впечатляет, это друзья. Супер. Это возвращает веру в бокс. Это мои искренние поздравления тренерскому составу. Все очень и четко, запись очень в рекорд. Красиво. Мануэль Чар. Действительно, продлится ли этот весь бой, всю отведенную на него дистанцию? Роберто Рео будет судить этот бой в ринге. У Бридиса неплохая скорость. Это было замечено еще в предыдущих его боях. Хорошие ноги, хорошо двигается по рингу, чувствует дистанцию. Не, в общем-то, у этого боксера все есть для того, чтобы действительно подняться. Ох, справа попадает, как через руку. Здорово. Мощный удар. Не видел этого удара, да, Дэнни Бендер. Да, и куда-то в область виска пришелся удар. И 25 референция. Секунд еще остается у Мариса Бридиса. Джебом действует Бридис, не подпускает соперника к себе. И снова слева боковым слева, здорово. Чек-хук или... встречный хук еще. И справа попадает теперь. Пропускает, смотрите, Бриедис. Пропускает, но при этом сам наносит удары. Никакие удары соперника на него абсолютно не производят впечатления. И Дэнни Вентер снова в нокдауне. И сейчас уже чуть больше времени. Тогда 25 секунд оставалось. Сейчас 40 секунд у Майриса Бриедис. Все, снимают? Да, да, он снимает да. Угол полотенце Дэнни Вентера. Выбрасывает. Ну что, тренер Вентера. Вот такая яркая. Повыше чуть-чуть такое, так визуально. Дурадола не очень широкоплечий, но очень мощный. Могучий парень, умеющий держать удар, умеющий бить. Должно быть тотальное просто по очкам. Ляг точно у Брейдиса. Концовка. 10 секунд. Дурадола взорвется на них точно. Но здесь взрывается. Все, 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 все. Бой остановлен. Гарза принял одно неправильное решение. Но потом... Well, you know, expecting you both, you're being instructions at all times. When I tell you break, your ball break clean. Defend yourselves at all times and the best luck to your ball. Touch gloves, touch them up, lads. There's the jab from Bredis. Every fight's important for Valali at this stage in his career. This is his 10th professional fight, so just hustle down there. So how the fight is going, he needs to learn to get in. But this is happy. Good solid jabs from Bredis, Paul. And yes. Another body shot. And another one. Valali's a bit too brave for his own good. There's, oh, good there's body a body shot. Shot again that really looked like at a right hand. And John Lathan is on the verge and he steps in. And that's a good stoppage. Майрис Бредис makes it 21 out of 21, and Simon. It's a чистый, красивый бой. Anything right here and up is good. If it's right here and up is good. Четко в пояс и выше можно бить обоим причем. Mr. Bredis, gentlemen, let's do this. One point. One point. Get up. Let's go. Get up. Yes. Yeah.
matter. No, go, go, go. Go, go, go. Take care of your fighter. Yes, yes.